14-я международная выставка ювелирной индустрии «Интерювелир» открыто. За 14 лет работы выставка «Интерювелир» стала самой крупной в Южном регионе. Из года в год на курорт съезжаются лучшие производители украшений, золота, серебра и других драгоценных камней. Изысканные и уникальные изделия в этом году представляют 200 компаний из разных регионов России, в числе которых продолжатели исконных народных традиций в ювелирном деле – кубачинские и златоустовские мастера. Я думаю, что каждая женщина, которая придет на нашу выставку, обязательно найдет для себя, наверное, и дорогие, и не очень дорогие украшения. Мужчины имеют великолепный шанс сделать своих женщин счастливыми и покорить их сердца. Богата и насыщена деловая программа. Специалисты ювелирной отрасли примут участие в семинарах, круглых столах и конференциях. Кроме того, отраслевые производители и художники уже в четвертый раз выберут лучшие драгоценные камни Сочи, которые представят экспоненты выставки и победители ювелирных конкурсов, проходящих в этом году. Оценивается по характеристике этих камней: чистота, цвет, огранка, то есть обработка этих камней. Что касается ювелирных украшений, то, конечно, здесь самый главный критерий – это дизайн. Потому что в России сегодня производится очень много интересных украшений, которые по дизайну, по уровню, они превосходят даже мировые многие образцы. Конкурсы пройдут и среди покупателей. Ежедневно в 15 часов будет проводиться розыгрыш ювелирных изделий. Попытать счастье и стать обладателем украшений и других не менее ценных подарков можно и в последний день работы выставки в 17 часов. Кроме того, покупателей порадуют скидки, акции и возможность отремонтировать или обменять старое ювелирное изделие на новое. Двери «Интерювелира» открыты с 17 по 23 июля в отеле «Жемчужина» с 11 до 19 часов. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.